Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о том, почему на тигры ставили узкие гусеницы и как часто немецким танкистам приходилось прибегать к данной процедуре. Как вы уже, наверное, поняли, у тигра было два типа гусениц. Во время боевых действий на танке стояли так называемые маршкетте – маршевые гусеницы. Именно эти гусли мы чаще всего видим на фотографиях тигров во время боя. Но с данными гусеницами была одна загвоздка. Вместе с ними ширина танка составляла 3,5 метра, что в свою очередь означало, что «Тигр» не соответствовал стандартному европейскому железнодорожному габариту, и во время перевозки по железной дороге танк выступал за края вагона платформы, в результате чего представлял опасность для встречных поездов. Также возникали и другие проблемы при перевозке танков. Столкнувшись с данной бедой, немецкие инженеры создали новую платформу и дополнительный комплект узких гусениц, получивших название «Ферладекетте» или «транспортные гусеницы». Принятые меры позволили вписать машину в требуемые габариты. В итоге танкистам приходилось перед погрузкой на платформу надевать транспортные гусеницы, а по прибытии менять их на боевые. Транспортные гусеницы могли применяться для движения своим ходом по дорогам с твердым покрытием, вне боя, поскольку при их использовании удельное давление на грунт возрастало, и тяжелый тигр просто застревал бы. При перевозке с танков также снимались внешние опорные катки. Вот как описывает данный процесс в своих мемуарах Отто Кариус. Прежде чем погрузить танк на платформу, гусеницу для бездорожья меняли на более узкую. Для транспортировки по железной дороге были сконструированы специальные шестиосные платформы. Они могли перевозить 80 тонн и следовали с каждым батальоном в район боевых действий. Для того, чтобы не создавать опасную нагрузку на железнодорожные мосты, по меньшей мере 4 других грузовых вагона должны были находиться между двумя платформами с тиграми. В итоге получилась ситуация, что тигры были крайне зависимы от этих железнодорожных платформ с гусеницами. А теперь представьте, как танкисты любили процедуру по замене гуслей, ведь их общая масса составляла 6 тонн. Вот как происходил данный процесс. Для начала экипаж снимал внешние опорные катки, после чего разъединял гусеницу, вытаскивая палец вместе соединения двух траков. Перед танком укладывалась узкая гусеница, и механик-водитель на первой передаче переезжал с боевой гусеницы на транспортную, таким образом, чтобы первый трак оказался под ведущим колесом. За последний трак узкой гусеницы цеплялся специальный трос, который пропускался поверху опорных катков и фиксировался на зубцах ведущего колеса. Особое внимание уделялось тому, чтобы трос лежал ровно. После чего гусеницу натягивали поверх опорных катков. Танкистам оставалось снять трос и соединить гусеницу. Та же процедура проводилась и с противоположного борта. После замены гусениц с танка снимались крылья, и «Тигр» был готов к погрузке на платформу, что тоже было далеко не самой легкой задачей. На платформу укладывали и боевые гусеницы. А когда танк прибывал на место назначения, танкистам предстояло проделать все заново, но в обратном порядке. В общем, как в том анекдоте про фею и танкистов.